Всем привет, дорогие друзья! Многие мне писали, что им было бы невероятно интересно узнать, что же происходило на съемках. И в этом видео я вам покажу неудачные и смешные моменты со съемок моего короткометражного фильма «Картавые будни». Всем приятного просмотра! Да мне писать, чтобы они про букву «Р», блядь, писали, а не про свинью. Так ты вернулся, съеби. Сука, они как будто бы всю жизнь ждали этого момента, блядь. Буквоед! Видите его, блядь. Он воняет. Тебя камера распознает как лицо, прикол. Ну давайте, блядь, заебали тяжело. Я ебаный актер, я не могу при ней. Что с тобой? У тебя больно печальный взгляд? Ну, я тут долго думала. О чем же? Хуёво из тебя, актриса, Лика. Очень хуёво, я скажу. О чем ты думала? О парнях, блядь. О тех, что получше, ёбаный в рот. У меня спина болит. Это причина расстаться. Ты, блядь, тяжелый пиздец. Нахуй мне надо. Я тут нахожусь около члена Сереги. Что такое рефрижератор? Не отвлекайся, блядь. Это слово, которое я не могу выговорить. Это основное, что ты должна знать. Опа. Здравствуйте. Что, нормально? Ну, я издалека видела по экранчику, и что я могу сказать? Я видел в очках, значит, заебись. Нормально вроде. Тут съемка видео запрещена, блядь. Подождите, там идет парень. Человек красивый? Нет, ты размытый, прячу, пиздец. Че ты снова по шапке-то? Красивым хочу. Так уже, да, поздно. Да поздно. Мне похуй. Одевай шапку, сказал. Одевай. Надень шапку. Да ну, надень, мне похуй. Ну шо, ебать. Ну что, давай, рассказывай. Что рассказывай? Ну ты ко мне никогда не приходил. Ты же знал, что я гей. Типа хлопок там, я не знаю. Давай, рассказывай. Подожди, да? Заново это скажи, я мудак и смеюсь. Так, я знаю, что у тебя есть. Давай, рассказывай. Я знаю, у тебя есть проблемы. Ну откуда? Но ты никогда со мной не разговаривал до этого. Типа, у меня проблемы с дикцией. Вот поэтому. Ты заебал, читай по тексту. Это сложно. Что сложно? Буквы учат в начальной школе. Хули, у тебя проблемы. Влад, в смысле, блядь, учат буквы в начальной школе? Где твои буквы, блядь? Видно, что он читает на мастерстве. Я думал, ты просто гей. Чё, блядь? Вполне себе реальное, редкое русское имя. Владислав. Серьезно, Владислав. Ты не то что картал, ты, блядь, просто тупой, чтоб пизда. Ну мы отняли, так что, блядь, чисто по факту, да, сейчас было. Владислав? Да. Классный, блядь. Животное, ебаный. Вполне себе нормальное, редкое русское имя. Владислав? Блядь, да ты не просто, блядь, тупой, ты... Картавый, ты пизда! Подмена понятия, пидорас! Вы заебались, сука, у меня нога затекает из-за вас. Напряги член, поможет. Вот. Ладно. Пишешь, да? Пишем, мы еще не останавливаемся. Пишу, блядь, ручку трачу нахуй на вас. Окей. Там подождите, я фокус потерял. Блядь, подождите, я дебил ебучий. Что, начали, нет? Я не слышу. Мы не останавливали. Мы все одним дублем, что потом проще полезно. Завали ебало, готов? Готов, нахуй. Давай рассказывай, я знаю, что у тебя проблемы. Ну откуда? До этого ты со мной никогда не общался.
пока не узнал то, что я тоже как бы не могу нормально разговаривать. У меня проблемы с дикцией, да-да. Давай, признавайся, почему ты гей? Почему ты тоже не гей? Да? Ну, 6 минут уже снимаем, они сняли дальше третью строчку. Ты готов? Вот сейчас серьезно все будет. Все пизда. Кого ты обманываешь, блядь, я тебе лицо вкрутил. Гей? Серьезно? Да. Ой, я просто шепелявый. Да? Да? Что это за хуйня, Олег? Там же не части моего моей головы не видно, да? Видно. Куда ты пошел? Куда мы поставили? Горло промочу, блядь, вообще хуй так это. Вот это? Да. Ее пивнул? Отдает какую-то хуйню, это же не из-за нее. Может, потому что она из-под крана? Возможно. Так она кипяченая. Это из-за бутылки, наверное. Нет, он это из чайника налил. А, так, тогда хуёво. Ты чайник нахуй видел? Ну да. Там, блядь, еще его дед мылся нахуй. Нет, я же пришел. Тихо завались. Давай, рассказывай. У тебя проблемы, я это чувствую. Чувствую членом, у тебя проблемы. Фу. Как ты снимаешь стресс, блядь. Я думал, ты гей. Чё? Схуя ли я гей? Идеальный гей, мальчик сознательно рвался. Смотрите в цирке. Его волосы видел, они тоже. Афиша ру, заляпаны спермой. Сука, смешно, блядь. Чё, блядь? Сосательный цвет волос, что непонятно. Так, обидно. Когда сперму забыли смыть, пена высыпала. А почему другие тогда волосы? Там маленькие дети. Блядь. А ты думаешь, я так просто, что ли, в школу-то хожу? Не, нихуя. А, ты, получается, в парикмахерскую там в детский сад детей сдавали, да? А? Получается, в парикмахерскую ты ходишь, как будто бы в детский сад детей сдаешь, да? Не, я имею в виду, я к детям хожу, и поэтому у меня волосы белые. Ты, бля, не понял. Возможно. Олег сказал, на волосах маленькие дети. Но, то есть сперма, да? Да, я говорю, блядь. Пошел в парикмахерскую. Мы тратим эфирное время. Сдавать детей. Да. Допустим, я понял, давайте заново. Какой ты долбоёб? Давай, рассказывай. Не рассказывай. Ты свои проблемы, хуесосы, ты мне не даёшь. Ой, господи. Шепелявый психолог, сосредоточен. Олег, если ты ещё раз, сука, своей рукой будешь дёргать, я тебя въебу. Я думал, ты гей. Что, блядь? Что, блядь? Я гей? Схуяли так, погоди. Проверю, блядь. Типа, погоди, вот. Пом-пом-пом. Ты еблан, я не гей. Да ты гей. Пом-пом-пом. Гей? Серьезно? Ну, да. Ну, типа, я просто шепелявый. А ты, блядь, простите, пожалуйста. Я не могу. Мне очень сложно. Почему вы, сука, один раз-то смогли это нормально сделать? Сейчас то хуйня, когда вы не смеете. У меня больше 20 гигов будет, блядь. Только это их цен. А ты поэтому и смеешься, блядь. Да, мне потом сидит нарезать, блядь, вес. Ох, как охуенную тему, да. Почему у тебя постоянно фразы меняются, блядь? Схуяли ли? Почему я, блядь, гей? Чё, блядь? Удивление, там просто не особое эмоционально. У него разные удивления. Его пак, блядь, скачал. Это классный пацан так-то. Это не та сцена, здесь вы просто пьете. Здесь мы просто пьем. Да? Давайте заново. Почему? Мне это не надо, я сейчас подавился, это хуйня. Все, заебись. Хуета. У меня... Сейчас вопрос на миллион. Я честно, вот я извиняюсь, конечно, но мне вот это животное не скинуло полностью текст. Для него сюрприз, что я ширинку расстегиваю. Так, Олег, ну что, давайте. Ну ты уже, сука, спалил все, блядь, заебал. Ой, блядь, позорное животное. А ты перед ним, что ли, расстегиваешь? Или перед зрителями? На камеру, на камеру. На камеру, но я остаю перед его лицом, да. И достает хуй тоже, блядь. Я даже не знаю, как тебя, блядь, отблагодарить за этот охуительный вечер, в котором я нажрался, как тупая свинья. Это мои слова. Да? А какого хуя-то они отмечены? Я не понимаю, хуй ты молчишь-то, блядь.
Все наладится, отвечаю, ты классный пацан, спасибо огромное, Владислав. Так ты должен был замолчать, дебил. Так ты, блядь, долго это делал, все. Сука, бесишь мне животное, ебать. Придумал. Да? А, благодарю легко. Заебись. Ты говоришь, шепелявый. Чуть-чуть сюда. Подождите. О, блядь! Подождите, давайте сюда. А что он такой маленький? Сверни чуть-чуть вот так, вот эту руку. А где он? Нет, 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 наоборот, наоборот, вот так. Отставь вот эту руку, да-да-да-да-да-да, блядь. Чё, привет, нахуй. Блядь, Олег. Давай. Олег, надо было бы... Пеня, прячься. Не, не надо. Давай заново, Влад. Да, блядь, посмотри на его ебало. Да ты не наебало, смотри на член, блядь. На стол, потом на него. Ты ебанутый? Кто твой ребенок? Че? Соси, че, дебил. Нихуя. Блядь, да погоди, это сложно, серьезно. Блядь, у Влада очень хуёво идет текст, когда он находится на уровне хуя. Мне кажется, ему наоборот привычнее должно быть. Он же чуть-чуть. Надо было микрофон. Олег, чуть-чуть повыше. Олег, член. Ему надо нет, было нет, купить нет, бутылку нет. БАДа или чего-то там еще. Я бы тут, блядь, летал. Вот, он бы сразу текст выучил. И вот так еще поверни. Момент. Поверни еще чуть-чуть. Твой скриптонит, блядь, все могут. Все, тихо! Давайте, ладно, ты че? Ты ебанутый? Все нормально, Войти. Повыше чуть-чуть. Подожди, фокус поймаю сейчас. Давай. Охуенно. Я сам от тебя. Открывай, долбоёб.